Здравствуйте. Здравствуйте, Ахмедов Гаджимурат, игрок команды Кордоба. Расскажите об игре, впечатления, что получилось, что не получилось. Очень тяжелая была игра, играли от обороны, так как команда соперников очень хорошо умеет владеть мячом, но в контратаках они иногда пропускали, мы это видели в прошлых матчах, решили от обороны сыграть. Ну что-то получилось, что-то нет. Могли также в контратаках забивать еще в конце, но чуть-чуть не повезло, наверное, или просто ступили так, скажем. В общем, молодцы, им спасибо, хорошая была игра. Ожидали в целом такой ход игры напряженный? Да, конечно, напряженный ожидали, но мы ожидали, что мы выиграем.